Здорово, ребята. После неудавшейся свадьбы Дэнни, сам того не желая, идет в бар и знакомится с красоткой. Дэнни решает воспользоваться случаем и изобретает безотказный метод сближения с девушками, разыгрывая перед ними роль несчастного мужа. И это работает. Но в один вечер он встречает Палмер, которая случайно находит у него в кармане кольцо, и ему приходится и дальше разыгрывать роль женатика. В этом ему помогает его ассистент по работе Кэтрин, которую играет Дженнифер Энистон. Ложь заходит настолько далеко, что Дэнни выдает детей Кэтрин за своих, берет Палмер, и они все вместе улетают на Гавайи. Оригинальное название фильма «Притворись моей женой» – «Just go with it». Это выражение можно перевести как «Притворись», «Подыграй мне», «Не обращай внимания». Следует отметить, что в оригинальной версии фильма персонажи постоянно просили друг друга подыграть им и повторяли именно эту фразу. Вы на канале «Что было в оригинале?» И в этом видео я расскажу вам, что вы могли упустить, смотрев фильм «Притворись моей женой» в дубляже. А также покажу фрагменты, которые переводчики дубляжа обыграли смешнее, чем они звучали в оригинале. Усаживайтесь поудобнее и поехали! В одном из фрагментов Кэтрин объясняет Дэнни, что она называет какашки своих детей именем ее старой университетской подруги Девлин. Поэтому в фильме часто звучит фраза «make a Devlin», что означает «сходить по-большому». Фрагмент действительно важный, потому что чуть позже я покажу вам шутку насчет Девлин, которую не придумали, как обыграть в дубляже. Итак, Кэтрин объяснила Дэнни, что такое сделать Девлин, и вот он выдает свою версию, как он называет эту процедуру. А я говорил отложить личинку. Что сделать? И это забавно, но звучит довольно обыденно для русскоговорящих людей. В оригинале же Дэнни привел довольно странную, но в то же время смешную аналогию. На мой взгляд, оба варианта смешные, а какой вам больше нравится, решайте сами. А вот в этом фрагменте переводчики зачем-то подменили оригинальную фразу. У детей Кэтрин есть няня, которая на протяжении всего фильма занимается чем угодно, кроме того, чтобы следить за детьми. И на это Дэнни говорит. В дубляже эту фразу перевели. У вас та еще семейка, да? Но на самом деле эта фраза является идиомой, устойчивым выражением. Фразу «You run a tight ship at home» можно перевести как «У вас дома железная дисциплина». Решайте сами, какой вариант лучше. В эпизоде, где Дэнни подкупает детей Кэтрин для того, чтобы они притворились его детьми, между дочерью Кэтрин, которая, между прочим, хочет стать актрисой, и Дэнни, возникает вот такой диалог. А можно кривляться? Как именно? Привет! Нет. Ладно. Действительно, кривляния были отвратительными, но в оригинале она спрашивала разрешение насчет кое-чего другого. Она спросила, можно ли ей говорить с британским акцентом. В дубляже почему-то этот забавный момент перевели как откровенное дурачество. Даже несмотря на запрет, девочка продолжала говорить с британским акцентом на протяжении всего фильма. А вот как раз фрагмент, который не смогли обыграть в дубляже. Кого же Кэтрин встречает на Гавайях? Ту самую Девлин. Кэтрин представляет Дэнни как собственного мужа и просит его подыграть ей все той же фразой. И тут перед нами появляется забавный диалог. Дэнни говорит, что они с женой вспоминали про Девлин в ванной один или два раза. Потом он все-таки уточняет. Number two. В дубляже фразу number two перевели дословно номер два. Мы с моей женой вас вспоминали в ванной пару раз, верно? Да, мы как-то один раз. Номер два. Это был второй. Два раза говорили, да. Во время просмотра фильма совсем непонятно, к чему была сказана эта фраза, и вы просто не обращаете на нее внимания. Фразой number two Дэнни сказал шутку, которую поняла только Кэтрин и немного смутилась. После высказывания Кэтрин он добавил, и в итоге получилось предложение «We did number two», что означает «Мы ходили по-большому». Мало кто знает, но английские выражения «number one» и «number two» — это что-то вроде наших кодовых фраз, означающих, что вам нужно в туалет. «Number one» означает, что вам нужно по-маленькому, а «number two» — соответственно, по-большому. Тем не менее, момент очень забавный и жалко, что его не перевели в дубляже. Следующая шутка одинаково смешно звучит как в оригинале, так и в дубляже, за исключением того, что в дубляже теряется интересная игра слов. Во время заселения в отель на Гавайях Дэнни платит 12 тысяч долларов за ночь,
что дороговато даже для него, а он пластический хирург. И в этот момент он говорит следующую фразу. Сленговое выражение «got reamed» означает, что вас использовали. Совсем в жаргонном варианте его можно перевести как «поимели». Шутка основана на очень похожем звучании слов «ream» и «room». В дубляже не стали ничего придумывать и перевели эту шутку дословно. Меня поимели, то есть можно заселяться. Что также звучит очень забавно. А сейчас я покажу вам фрагмент, который, на мой взгляд, очень хорошо обыграли в дубляже. И сделали из простой фразы весьма запоминающуюся и смешную. Дэнни и его кузен учат сына Кэтрин плавать. И вспоминают о том, что их в детстве учил дедушка, который кидался в них бутылками пива. И тут кузен Дэнни выдает вот такую фразу. Дословно эта фраза означает, что он был больной. И это звучит неплохо, но в дубляже выдали вот такой забавный перевод. Дед зажигал не по-детски. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, я буду очень признателен, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал. Жду ваше мнение в комментариях, а также пожелания, какой фильм мне нужно разобрать следующим. Пока!